Здесь я продолжаю начитывать из книжки стихов «Свистопляска». Это второй блокнот. Карнавал посвящается бесстрашным ребяткам и девчаткам января 21-го года. Надежда на азарт, надежда на вертеп. Внебрачный сын, бастард, ломает скрепы скреп. Подпольный идиот свой сдержанный протест выплескивает спот наверх, где больше мест. Туда, где карнавал, где дерзкая игра, где решета забрал из царского двора, уже не в силах скрыть и трусость, и позор, а глубже, выше рыть, тем вороватей вор. И вверх, и вниз подвал, бояре, смерды, смрад, но с нами карнавал, то бишь народный арт. Бесстрашие страшит всей вертикали ось, вертеп он сам решит, как лучше наискось или вообще насквозь, ведь сзади только лед, и с кем-то ножки врозь, и кто-то упадет. Январский тихий снег, февральская метель, назад дороги нет, и впереди апрель, безумие весны, бесстрашие потех, и с внешней стороны летят снежинки вверх. Питер грузит, загружает, влом, не влом, мерзнет мерзко, кисло тает, нипочем, не заманишь ништяками, если б не эта водка, этот камень, сон во сне, то ль Венеция в тумане, речка вдаль, аль течет еще ли, а не высохла ль. Пушкин, Достоевский. Видишь ли, подружка, что на бану, что в бане, первый вопрос — где кружка, второй — где няня? Подружка двоится одномоментно, то девой, то старушонкой. «Родионовна, каковы проценты? Тебе продя пшенки на молочке да с маслом. Ну ладно, живи свой трафик, но, говорю, не стращай соблазном, гони Лизавету нафиг. Вчера император езжал на охоту, бросил бы бомбу под Мерседас. Так он же, наверное, вертолетом, кареты так, для отвода глаз. Продать топор рублей за 100, а чем потом рубли нарубать? Натали не предаст, но изменит, на то и блять. Люди, индивидуумы спинозовой леммы, непостоянны, то добры, то злы, в этом, собственно, керн, то бишь суть проблемы, к тому же неуместно трезвы. Фантазии хватает на то лишь отнять, отыметь, сорвать стоп-кран, неважно, зарубишь или заколешь, главное, про это издать роман. И я вот тоже ни дня без строчки, например, во всем виноваты жиды. Старо. А вот посвежей примочка. Няня, выпьем давай воды. Скерцо. Рассказывая сказки, изображая Вангу, жеманничая с дамой, не забывай о том, что жизнь деепричастий, по сути, бумерангов, они вернуться могут убийственным концом. Решив по-мессиански причастным кочегарам, наречием, предлогом, сердца глаголом сжечь, кому-то показалось, что все это за даром, тогда как от ответки висок не уберечь. Просеивая сито, прокручивая кадры, отбрасывая мусор среди навозных куч, найдешь алмаз граненый, нежаданно, негадно. Язык всегда поможет, он зорок и могуч. Находкою вербальной в процессе наслаждения, любуясь, позабудешь, кто брат, кто друг, кто враг. Расплата не минует за чудное мгновение на выворот карманы, и в них опять сквозняк. Проклятый буревестник, пингвин по жизни прежней,
Запущен бумерангом, издалека летит звенящий колокольчик, не колокол надежды. Наоборот, по ком-то безжалостный звонит. Летают бумеранги, разбросаны беспечно, гарантия грядущих разборок, слез и ссор. Растут, стыда не зная, слова, слова, словечки. Когда б ты ведал раньше, не надо трогать ссор. Подавляющее преимущество. И притом изучать боевые свойства отравляющих средств не изюма фунт, чтобы поводов не было для беспокойства поутру всем прийти на соборный пункт. Высока достижимость конечной цели, если вытащить фиговый лист ботвы, а не хватит трусов на все дни недели моментально корректно уйти на «вы». Заказать у Гундяева 1000 свечек, окружить поле боя священным огнем, возвести все в формат всенародного вече, если тысячи мало, заказ миллион. Запустить дирижабль белизной в полнеба, раскатать с него хоруквь в километр, 3-метровых буханок ржаного хлеба запустить в Голиафа прощами комет. Выходи, Колян, заголяйся, Вовчик, наступил, наконец, священный тайм-код. Эту чашу ты ж можешь, я читал, Авва Отче, закати-ка на запад, пущай и запьет. Наступил апокалипсис, время она, подымаем торпеды с морских глубин, запускаем осиновых дрынов дроны, да накроет врага наш гигантский блин. Обнуление — это не свод метафор, не в Сибири всплывшая мерзлота, это страсти Макбета, это русский Стратфорд, это то-то и то-то и тра-та-та-та. Восток. Опять печатная по нервам машинка за стеной. 21-21. Это ж было со мной. Было же это, я знаю, было, тому 50 ли, 100 ли, накатило, да так накатило, выпить что ли. Суки! Как это им опять удалось колесо развернуть взад? Впрочем, кому им? Вопрос. Короче, я ушел в сам издат. Здесь комфортно, здесь без сетей, Инстаграмы, ФБ сдуло, е-е-е, 3 аккорда детей. И дописал, что задумал. Ужинал по обыкновению на восток. Закат заканчивал смену. Я видел, балкон-то вполне высок. Восточный город грузился в пену, в пучину тьмы, а мне с гуся вода. Сукам сучится, мать вашу, исполнил, чего не пел никогда. Разворачивайтесь, мол, в марша. Вышел боком, дом дверями зевал. Болванка луны задала слабую долю. Восток дело тонкое, пробормотал. Ищи ветра в поле. Открытый глаз не видит ничего. Он равнодушен к серебру дороги. Отсеивая сложные прологи, он замечает то, что дармово раскинулось вольготно на пороге. Настроен жестко фокус у него. И речь не об иголке в сено-стоге, не говоря о плачущем Ван Гоге. Да, кстати, плач. Он как волшебный плащ, казалось бы, скрывает поле бдения. И как ни напрягайся, ни таращ, куда ни кинь, одно недоразумение. Но у него иное применение. Там в совокупных дебрях синих чащ наступит долгожданное прозрение. А впрочем, слезы только инструмент, один из многих. Кто им не грешил-то? Катарсис был не более чем тренд. Проплакались, и снова крыто-шито украсит площадь новый монумент. И где бы ни был ты, и где бы ни жил ты, в известном смысле вечный консумент все той же жвачки, прелого продукта, вчерашний снег, он тот же постмодерн. Дзержинский, чем тебе не Крузенштерн, в плаще своем, как паруса надутом. История Хрущев, Отрепьев, смута, Ахматова, ну чем не Анна Керн? Надежные ценности, прикрытые редуты. Не о стране
в конечном счете речь, вид из окна — монтажная картинка, а вот суметь прокрасться и прилечь на дно глазное, мягко паутинку сетчатки, роговицу поберечь, раздвинув ловко, обнаружить печь с палатью, убеленную простынкой, да зиму пережить себе в тепле, кривить лицо, выписывая букву, тихонько веселясь на веселе. Поэзия — предмет, кастрюля, утварь. И, вспоминая деву на метле, по тыкве вырезать, а лучше брюкве, фигурки расставляя на столе, весны не будет. Лето, осень, чушь. Гнать самогон одним воображением, прихлебывать декабрьское жжение, январь исполнен райских снежных кущ, угрозой календарного смещения слепой февраль тропинку топчет в глушь, изысканнейшее самолишение пророков, почитателей, кликуш. Сиди себе спокойно, стрекоза, стопи-ка баньку, завари-ка кутью, взгляни. Достаточно закрыть глаза, предаться мысли звука рукоблудью, писать стихи, вдыхая полной грудью, и никому на свете не грозя, все ножичком тихонько вырезать. Не получается никак. Нельзя. ВОВ на дворе. Как поведет себя рябина, если ее не подпускать к воде месяца три? И почему правильно просто стоять, свесив голову, а вовсе не раскачиваться и уж тем более не соглашаться на предложение испить рюмку коньяку? В какое беспутство готов пуститься сеньор Помидор, когда с него, обварив, снимают шкурку, и как быстро вспоминается при этом 155-й сонет Шекспира? Какие чувства испытывает ежик, посаженный на собственную иглу, и следует ли в данном случае делать упражнение «велосипед»? Что отказывает прежде, ноги, почки или хобот слона, испившего из отравленного водоема, и помогают ли при этом древнеиндийские мантры? Об этом вам поведают сами рябина, ежик, слон и сеньор Помидор только на нашем телеканале в программе «Покаяние». Когда она распадается, пресловутая связь времен, и линейна ли она вообще, если это спираль? Кто-то верит, что Петр, а на деле правит Берон. Распад есть распад, и лишь в прошлое катится даль. На дворе, похоже, трава, вспышка, блиц. Эта картинка попросту фотошоп. Нарисовано все, как и выборы лиц. Подлинных лиц меньше, все больше жоп. Сейчас, когда кончился быт, когда кончился бег, и ГБшная мразь вновь открыла свой глаз, как вий, можно вспомнить о том, что можно забыть обет. И заповедь номер 6 о том, что, мол, не убий. Трава, друг мой, на твоем дворе реба. Фашизм приходит без предупреждения. А выдавливание по капле из себя раба — это как минимум 2 поколения. Зима, навес сосулей Петербург, протест упрятан с глаз долой в подвал. На кухню нынче не до карнавальных дурк, упрячут в дурку, уведут в безнал, в безденежье, в бутылку ли, в тюрьмуль. Река застыла, как ее гранит. В карманах что? За шеи их не додуль, и рот за шеей ни то не домолчит. Ты был вчера и нет. ЕСПЧ, ау, Венеция России, призрак, даль. Над белой ночью чернотой паук огромный замер ждет. Не высохлаль.